В Якутске прошла акция «Горячее питание». Бездомных людей бесплатно накормили кашей, хлебом и горячим чаем. Акция прошла в нескольких районах города и охватила порядка 30 человек. Тему продолжит Марианна Кутукова. Автовокзал – самое популярное место скопления бомжей в Якутске. Поэтому горячее питание организовали именно здесь. Увидев камеру, бездомные поначалу подходят с опаской. Затем, попробовав, зовут остальных. Говорят, об этой акции знают очень хорошо, так как бесплатно кормят довольно часто. Может, кто-то стесняется, почему люди не подходят? Нет, нет. То, что кто-то тут ходит, не стесняются они. Они всегда ждут их. То, что они помогают, это хорошо. Организатором сегодняшней акции стал Союз социальных работников республики. По их словам, в такие дни бездомных не только кормят, но и ставят на учет. Мы такие акции «Горячее питание» проводим уже давно, ежеквартально. В этом квартале с весны, считаю, да, мы уже проводили 20 таких акций. И мы их не только кормим, но и ведем учет. И сейчас у нас в учете более 300 человек. Учет бездомных ведется путем анкетирования. Прежде чем дать бесплатную еду, их просят ответить на несколько вопросов. Мы именно задаем вопросы, откуда они приехали, какого года они рождения, почему сюда приехали, по каким причинам. И, насчет документов спрашиваем. Если у них какие-то проблемы, то направляем в отделение социальной адаптации Терах по Богдану ЧЖК. Ага, и там специалисты с ними уже начинают работу. В результате опроса причиной бездомности являются утеря документов, смерть близких и судимость. Но главной причиной все же остается алкоголизм. Такие акции, как «Горячее питание», дают возможность все это узнать. А главное – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Ведь бродяжничество не способно исчезнуть само по себе. Именно такие добрые дела являются первыми шагами в решении этой глобальной проблемы. Марианна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.